высшая советская элита военная, вот эти маршалы Победы, они вообще понимали системно, что происходило и что произошло? У меня нет оснований для того, чтобы сказать «да». Я не понимаю, на основании чего можно было бы сказать «да». Они верно служили Сталину. А после того, как Германия была разгромлена, что-то никто из них не догадался повернуть армию против НКВД. Поэтому боюсь, что все-таки это были люди, что называется, кость от кости этой системы. Боюсь, что так. Они понимали, хотя бы некоторые из них, что огромные миллионные жертвы были потому, что военачальники были очень слабые, что идеология давлела над военной наукой, что глупые эти идеи мешали поступать так, как надо бы поступать в бою и так далее. Я боюсь, что те, кто мог бы такое внятно хотя бы самому себе сказать, до 41 года не дожили. Там, по-моему, были ребята рабочие крестьянского воспитания, достаточно простые ребята, мне так кажется.